Китайское правительство может прекратить работу крупнейших биткоин-майнинг-ферм, расположенных на юго-западе страны. Как сообщает newsbitcoin.com, причиной закрытия майнинг-ферм в районе с наиболее благоприятными условиями является отсутствие нормативно-правовой базы в отношении майнинга. Эта провинция привлекательна для криптоинвесторов из-за относительно низких тарифов на электричество. Закрытие может произойти в критический момент для криптоиндустрии, поскольку биткоин продемонстрировал в этом году троекратный рост.